Сейчас же низкие зарплаты, они влияют на само право, уже стали влиять, на само право получения страховой пенсии. Именно так. Но это же не моя задумка, это не я придумал. Сирожуддин Гасанов уже несколько дней живет в растерянности. Государство в лице пенсионного фонда преподнесло ему неожиданный сюрприз. Недавно мужчине исполнилось 60,5 лет, возраст выхода на пенсию в этом году. И он отнес документы в пенсионный фонд, но получил отказ. Потенциальному пенсионеру не хватило 2,5 балла для ежемесячного пособия. Красноярцу предложили на выбор – поработать еще какое-то время, но только официально, или купить недостающие баллы, и тогда уже можно будет оформлять пособие. Купить недостающие 2,5 балла за 60 тысяч. Но не помесячно, а единовременно. Где мне взять такие деньги? Мужчина не скрывает. Нулевые годы провел в местах не столь отдаленных, но там работал и получал хоть и небольшую, но официальную зарплату. А вот до этого в 90-е в совхозе с ним рассчитывались только продуктами. В советское время работал на заводах. Зарплата тоже была небольшая, но стабильная. И, естественно, официальная. В 12-м году перенес инфаркт и с тех пор устроиться никуда не мог. Жил огородом. Это не моя вина. А в чем моя вина-то? Что так, если мы так мало платили? И зачем же наказывать-то меня за это? Бальную систему начисления пенсии в России ввели в 2015 году. Она предполагает, что для выхода на заслуженный отдых нужно отработать минимум 15 лет и накопить за это время минимум 30 баллов. Но к этим цифрам мы придем постепенно. Сейчас, например, нужно всего 10 лет стажа и 16 баллов. В следующем году уже 11 лет стажа и 18 баллов. С каждым годом цифры будут подрастать. Один балл можно заработать, если официально получать 10 тысяч рублей в месяц в течение года. Но уже сейчас есть люди, которым баллов не хватает. В этом году в крае на пенсию вышли более 35 тысяч человек. Тысяча получила отказ. В зоне риска не только бывшие заключенные. Туда же входят и работающие нелегально, и получающие зарплату в конверте. Для них есть только два варианта. Есть вариант — это вот продолжить работать, дальше контролировать безусловно, чтобы серой зарплаты не было, чтобы за тебя отчисляли. И еще есть такое понятие, как купить вот этот вот коэффициент, то есть это вот права пенсионные купить. Это нужно вступить в правоотношения добровольно, вот, и платить взнос не менее, как платят вот индивидуальные предприниматели, то есть вот по тому тарифу. Сирожуддину Гасанову предложили стать социальным работником, найти инвалида первой группы или очень пожилую бабушку, чтобы ухаживать за ними и зарабатывать баллы. Но такой возможности нет. За собственной женой смотреть надо. Она перенесла инсульт, страдает гипертонией. Занять 60 тысяч негде. Остается жить вдвоем на пособие жены и ждать, когда через 5 лет появится возможность получать социальную пенсию. Дмитрий Пименов, Дмитрий Кутько, Афонтово новости.